Всем привет! Меня зовут Евгения, и сегодня мы поиграем с вами в шлем виртуальной реальности HTC Vive. Ну и выберем какую-нибудь прикольную игрушку. Я люблю всякие шутеры, зомби-убивалки и, конечно же, хорроры. Поэтому сегодня я остановила свое внимание на такую игру, которая называется The Visitor. Ну, я уже посмотрела обзоры, там все орут, пищат, падают со стульев. В общем, давайте поиграем и посмотрим, стоит ее скачивать или нет. Так, с чего? Давайте начнем. Тут написано pay attention to fucking... Чё? А, flickering light, sorry, извините. Значит, нам надо обращать внимание на какие-то там... Оп, свет. Ну, звук такой вообще неприятный. Так. Тук-тук-тук, я к вам пришла. Ну, пока как бы не страшно, то есть... Просто какая-то комната. Такая миленькая. Я почему-то на кровати стою. А, тут можно ходить прям в пространстве. Это, конечно, круто. Тут можно ходить в пространстве и прям все трогать. Часики. Ну, прикольный интерьер, чего, нормально. И все. А где страх? Где пугалка? Так, я... А, я на кровати. Может быть, мне надо лечь для полного счастья? Тебе я лежу или что такое? Или не ставься? А, теперь я на полу. Классно. То есть я как бы хотела лечь на кровать, но легла на пол. Как-то не продумано. Так, что... О, можно потолок посмотреть. Так, вот, давайте встанем обратно. Посмотрим, что можно еще тут сделать. Так. Ну, вот какая-то картина. Можно с иконочкой. Так, я чувствую шаги. Мне это что-то как-то не нравится. Не надо его прыгивать, пожалуйста. Нет. Что за дурацкая шарка? Нет, тут какая-то бабушка живет в тапках. Блин. У меня очень хорошее воображение, поэтому я начинаю думать, что будет еще страшнее, чем должно быть. Хотя, в принципе, пока ничего не происходит. Так. Ага, начался какой-то странный шепот. Ну что дальше? Контроллеры в этой игре вам будут не нужны. То есть все ваше действие будет заключаться в том, что вы будете просто стоять и бояться. И ждать, когда на вас что-то выпрыгнет. Так. Мне нравится, что я не могу... Так, не могу ходить. Или могу? Где я? Блин! А, нет, тут какие-то двери. Черт. И что-то со советом. Знаете, что это напоминает? Например, если вы смотрели такой фильм, по-моему, он назывался то ли 1448, то ли 1248, там мужик какой-то в номер попал, в общем, страшный. И его все пугало. Вот это что-то напоминает. Ой, мама, это страшно! Так, я что-то куда-то вышла из зоны. Ну и что? Мне не страшно. Не пугайте меня кто-нибудь. Полтергейст, давай, выйди ко мне. Скрипнула дверь. Короче, я поняла, в чем смысл этой игры. Тут минимум происходящего, максимум страха в вашей голове. О боже мой. Какая страшная картинка. Вот это ожидание, на самом деле, оно еще хуже, чем... Оно еще хуже, чем то, что... Что это? Что это? Что скрипит? Что скрипит? Не скрипите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, чтобы идти. О боже мой, господи, зачем тут, короче, крест перевернулся? Ну прям в традиции, в фильме ужасов. Короче, сейчас перевернулся крест, и, наверное, какая-нибудь девочка, зараженная демоном, меня напрыгнет. Где она? Блин, давайте уже быстрее, я не могу так долго ждать. Ай-яй-яй-яй-яй. Черт, блин, нет. Ничего не происходит. Блин, ребята, у меня трясутся руки. Тут можно так заикаться начать вообще. Так, ну давайте уже. Нет, я не могу так долго ждать. Это слишком долго. Часики, 12 часов. Время пить чай. А, нет, 5 часов вышли. Так, что тут наверху? Ой, прикольно, у меня потолка нет. Или есть, но он какой-то неправильный. Я бы хотела себе такой потолок дома. Поднял голову, а там звёздка. Ну, и чего? Так, блин.
В общем, не знаю, пока мне кажется, что все самое страшное происходит у меня в голове. Так, какая-то тетка мне предлагает поиграть с кем-то. Что за тетка? Тетка, ты где? Давай поиграем. Но ее тут нет. С кем мне надо поиграть? Ай. В общем, да. Если вы, например, с плохим воображением, тогда попадете в эту игру, вам... О, телевизор включился. Ну, прям вообще. Традиция Джеймса Бонда. Что я хотела сказать? А, в общем, ребят, если у вас с воображением плохо, вы включите эту игру и скажете, что это какая-то хрень. Ой-ой-ой. А если хорошо, то вам будет страшно. Ну и что дальше? Ой-ой-ой-ой. Так, это просто игра, мне не страшно, все хорошо. Это вымысел. Ну блин, почему ничего не происходит? Так не должно быть. Надо, чтобы прям было страшно. Я пока стою и просто боюсь сама от себя. Сама себе придумывала, что ты боюсь. Ну, давай. Сатана, приди ко мне. Где ты? Давай. Сейчас не бой. Может нажать куда-то надо? Как вызвать демона? Ктулху, приди ко мне. Блин, ну так вообще странно. Я стою посередине комнаты, смотрю на перевернутый крест. Ой, это что такое? Что это было? Это кто-то тут прошел или что? А, это у меня в комнате кто-то ходит, а у меня уже паника начинается. В общем, это еще не берите какие-то острые предметы на всякий случай, а то мало ли что, всякое бывает. Ну, блин. Так, я нажимаю, ничего не происходит. Может, на кнопку надо нажать? Дождик пошел. В общем, как-то так. Но я дождусь этого момента, надеюсь. Если я сама от себя не напугаюсь, в обморок не падаю. Может, куда-то не туда смотрю, я не знаю, что происходит. Еще раз повторю, что триггеры не работают. Ааа, палочка, бля! Ааа, блин! Фак! Блин, черт! Вот в этом есть смысл, я поняла! Ай-яй-яй-яй! Нифига не смешно! Так. Блин. Какая-то рожа. Что это? Блин, я не могу понять, что такое. Кусок человека, что ли? Что это такое? Что это за фигня? Это что, медведь? Блин, уж с тобой. Я помню, что нельзя ходить под плохую комнату, под плохую музыку в подвал, но я это сделаю. Это что? Что это такое? Это медведь? Это какая-то фигня? Боже мой, я даже не могу понять, что это. Это кусок чего-то. Ну окей, было страшно. Респект. Что дальше? А его можно потрогать как-то, нет? Боже мой, нет. Мне что-то уже как-то не по себе, честно говоря. Хорошо. Допустим, что... О, боже, блин, черт. Ай, нету... Так, теперь, короче, у меня появилась вот эта стрёмная баба из звонка. Она теперь у меня на этих, на картинах. Ой-ой-ой, это что-то... Блин, вот это вот, вот... У меня по потолку ползет какая-то хрень. Блин, фак! О, боже мой, кошмар какой. Почему я вышла из игры? Как вернуться назад? Так. А, ну короче, вот, тут написано. Я надеюсь, что вам понравилась игра. Спасибо за игру. Пожалуйста, блин, у меня руки трясутся. Все, в общем, это все. Фух. Это кошмар какой-то просто. Фух. Это ужасно.
Это правда страшно, я теперь поняла, почему там дядьки взрослые бородатые орут. Я такая сначала смотрела, когда эти блоги, я думала, какие-то слабаки. На самом деле, игра очень страшная, потому что ты как бы даже больше сам боишься и вот ожидаешь, вот-вот-вот, сейчас что-то выпрыгнет, и вот это что-то оно выпрыгивает, но ты уже настолько к этому моменту устал от ожидания, что это работает. Ну, наверное, пятерку по своей шкале я и не поставлю, потому что если бы вот таких моментов было еще больше, то это было бы вообще, короче, сейчас бы тут скорая стояла, наверное. А то, что, ну, всего два момента, поэтому четверка. Но я советую скачивать эту игру, советую в нее играть, особенно если у вас есть какие-то очень слабонервные, пугливые друзья. Дайте им поиграть в эту игру, а они тогда вообще заикаться начнут. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, а я пошла пить валерьянку. С вами была Женя, всем пока!